Димон. Здорово, братан. Сегодня. Помнишь, как в детстве мечтали, что вместе за сборную играть будем? Вот ведь как в жизни бывает. Новая серия «Молодежки». Антон, если бы вы за собой пацанов в «Титан» не потащили, ничего бы этого не было. В 20:00. Я, кстати, забегал на тренировку перед нашим отъездом. Попросила передать. Что это? «Молодежка». Новая серия. Сегодня в 20:00 на СТС.